Очень. Будет 300 лет. Вообще нифига, они хорошо благоустроили. Блин, народу будет. На 300-летие? Так тут, наверное, не пройти будет, наверное. Это же нынче летом уже будет 300-летие. А они вроде дату отменили, это переиначили же. Почему? На июль, по-моему, или на что там они? А, ну ладно, да. Летом все равно. Я тут вообще не знаю, что будет, наверное, тут. Сахарная вата будет, рекой просто. Рекой лица. Мед будет, мед рекой. Бухло тут рекой будет. На каждой лавочке бухло будет. Ну, наверное, движ по-любому, наверное, тут ну, это. Нет, днем прикольно, вечером прикольно, а вот ночью, ну, более-менее будет. Ну, уйдет будет, капец. Блин, нормально, неплохо для людей нынче сделали. Нормально вложили. Так блины-то, говорю, еще эти барбел. Да, для Перми. Хоть барбел. Барбел. Фантастика, блин. Сколько это? 60 килограмм. Лёд. У моста по две это подсветочка. Раз, за 3-4-5. Соточка. Все, мощно? Угу. Ладно, еще ветра нету. Что сколько? Сейчас, наверное, минус 8. Но. Фу, если был бы ветер, у меня бы сейчас руки вообще бы это. Вау, аут ушли. Блин, подсветочка, смотри, фиолетовая, хорошая какая. А. Круто, а, изменяется, видишь, прикольно, да? Слушай, вид такой красивый. А я туда вот лазером бил и сюда. Да да, жалко вот эти лазеры, их там не на праздник. Да, на праздники только были. Реку не видно, хотя нет, она вон застывшая, посередине течет. Да, летом сюда ходить, заниматься вообще нормально. КМС телепузиков. Я тебе говорю, такой тренажерный зал целый. Да, приходил здесь вечером, тут прикольно. Там для боевых искусств штука сделана. Пойдем поприкалываемся. А, кстати, да, я летом проходил, что-то видел. Ну слушай, эти протоптаны. А, вот для чего? Да, там что-то какая-то фигня. Для каратистов? Да. Он как-то там всякая штука делается. Набивают, наверное, эти? Руки набивать? Да. Запястья или что там? Руки набивать. Железо. И как бы, ну, без варика. Мячик есть у тебя? Может, в туалете есть мяч? В кармане? В баскетбольный. Шар чей-то остался. Калач. Может, калач все там закинем? О! Камин. Кама опен. Зимой сейчас вообще не варить. Нет, смотри, бегают. Ну, кто-то раз почищено, почищено, то кто-то готовит, занимается, видимо, днем. Площадки все почищены.
Хотя, блин, не знаю, по сути, вот зимой кто в баскетбол играть будет. А если где-то распочищено, значит, кто-то приходит и играет. Ну, летом-то тут вообще шикарно. Ну, это же этот, не, это Майкл, это же Майкл Джордан. Ну, нарисовали. Чикаго Буллс, но... только Брайан какой-то написано. Может, Джордан-то он? А! Нормально кто-то заморочился, читай. Нарисовали. Так-то немного. 82. Так-то немного. Много. Почему-то детская площадка пустая. Ну да, удивительно. Детская же площадка. Детей нет. Да, странно. 3 часа ночи, а детей нету. Да, да. Непорядок. Непорядок, да. Надо сообщить, куда надо. Паутинка? А, видишь, а это висеть там или что, во внутреннем? Да нет, не работает. Что-то удивительно, почему-то кафешка, она закрыта, но... Естественно. А, так это люди ночью нету никого. Откуда они? Ну, а этим вот, на бабкате, который ездит, им уже... Да все... он с собой взял кефир, ё, булочку. Кефир и булочки. Сейчас задает нафиг. Классная штучка, да? Назад воротать. Они хотят к какому-то 2025 году, что ли, это до Мотовилихи расширить набережные. Ну, я тут смотрел как-то в новостях. Че, как они с продвижением? С 2023, по-моему, нынче начнут. А, кстати, да, на Перми первое, по-моему. Они уже там углубляться, что ли, начали? Там что-то роют. Углубляться куда? В каму? Да. Да. Подземный ход до Гайвы. Через камни. Знаешь, есть эти мосты подводные. Не мосты, а панели. Это если только в 2023 году в каком-нибудь. Интересно, как она будет в Пермь выглядеть. В 2223? В 2023. Ты видел? Приложение, прикинь, по Перми есть цифровой профиль. А, посмотреть будет. Шататься, болтаться. Качельки. Лавка, давай, смотри, птица. Это не чижик-пыжик? Это чижик-пыжик? У тебя вспышка стоит. Да, это тот самый чижик-пыжик. Он где там это, отмирает и улетает. Смотри. Птенец Филатова Анна. Пиш Пермь. Че птенец какой? Не знаю, что-то пиш какой-то или пыжик, блин. Пижик. Пижик. Это самый пижик. Птенец. Филатовые шишки. В Питере же есть эта скульптура чижику-пыжику там под мостом каким-то. Это нифига, так скатываешься, да, так?
Уральск это. А потом в эту будку. Суровые уральские горки. Пермские. Смотри, как там разогнаться можно. Реальные пацаны, бля. Они смотри, куда улетают. Так тут считай, смотри, он как этот, крутой. 90 градусов почти. Они улетают. Вон, видишь, где следы? Тут метров 6 лететь, наверное. Да, и жопой на эти кусты. Все кости растеряешь. Минус 30 тоже с лопатой хочется. Лишь бы тачка у нас там на месте была. А там вроде нормально парковочное место. Вот и погуляли.